Несколько недель назад, еще до выхода дополнения «Кровь и вино», я выпустил видео, как из Геральта сделать машину для убийств. Теперь дополнение пройдено, и я очень хочу отправиться в New Game Plus, но перед этим стоит немного доработать свой билд, чтобы не умирать от первого встречного моба. Тем более, что на NG Plus я хочу проходить без интерфейса, то есть ни карты, ни показателей хп и урона просто не будет. Потому билд нужно сделать очень сбалансированным, с уклоном и на стабильный урон, и на выживаемость. В построении билда мне очень помог мой тест отвара главоглаза. Как заявляли люди, он может даровать бессмертие Геральту. Мы выяснили, действительно может, но только при определенных обстоятельствах. На тест я оставлю ссылку в комментариях, кому интересно, можете посмотреть. Вот тут, на поляне, я несколько часов обдумывал свой билд. Представлял, как и с кем буду проходить новую игру плюс. И я наконец решил. Свой билд я стараюсь строить универсальным. Под любой доспех, под любое оружие, оставляя подушку изумений под тот или иной стиль игры, под того или иного врага или даже под определенные доспехи с оружием. Для начала база из умений алхимика. Увеличиваем порог передозировки, увеличиваем порог интоксикации, проводим мутацию ткани, чтобы каждый активный отвар давал по 1000 хп. Наша цель — это убийственный кураж, а потому нужно взять еще пару дополнительных умений. Пусть это будет, например, освежающий напиток, восстанавливающий 25% хп по приеме любого эликсира, и ужас, добавляющий защиту от монстров при использовании правильного масла. Все это подкрепляем обязательной синергией, увеличивая мощность мутагенов. И, наконец, убийственный кураж, дающий плюс 50% криту за каждое убийство. Линейка алхимии — это бусты от 4 отваров, много хп, быстрый реген здоровья и увеличение урона в совокупности с мутациями. Данное направление может меняться только в двух навыках на ваш выбор. Это освежающий напиток и ужас. Остальное – обязательная база. В фехтовании упор делаем на быстрые атаки, увеличивая урон от них, силу и шанс крита. Защищаем наши очки адреналина. Усиливаем шанс и силу крита сильного удара для перехода к вихрю, разрыву и лезвию битвы. В итоге, вступая в бой с одной ячейкой адреналина, мы наносим урон легкими ударами, уничтожая и добивая всех вихрем и разрывом. Данную линейку скиллов можно переработать на стиль тяжелых ударов, просто отзеркалив все составляющие. В общих, берем умения для того типа доспехов, которые сейчас на вас. Так как на мне легкие, и мы заточены под легкие удары, то берем его. Дополнительно сопровождая это контролем метаболизма. Обязательно контроль метаболизма. Для увеличения порога интоксикации и использования 4-го отвара. В конце переходим к нововведению. Дополнение «Кровь и вино». Усиление мутации. Здесь на самом деле все просто. Наш уровень интоксикации позволяет увеличивать урон от оружия на 250% мутацией эйфория. Достойной замены для увеличения физического урона просто нет, потому must have. Также открываем две ячейки направлений фехтования и магии для двух дополнительных ячеек под умения. Остатки очков умения можно распределить по желанию. Лично я возьму сильную спину, управление гневом и боевое безумие. Возможно, не лишним будет усиление знака Аксия для влияния на людей в диалогах. С остальным снаряжением все крайне просто. Доспехи выбирайте сами. Лично мне по душе доспехи мантикоры, так как они дают увеличение уровня интоксикации и силу крита, заточенные на легкость. Оружие самое мощное, что у вас сейчас есть. У меня они заточены на воодушевление и увеличение урона при полном хп. Из отваров, мое мнение, это главоглаз для снижения урона, катакан для шанса крита, экима для восполнения здоровья и водяная баба для силы атаки при полном хп. Из эликсиров, пожалуй, гром на урон и полнолуние для увеличения хп. Вот таким вот билдом я пойду на New Game Plus. Если у вас есть советы, пишите их в комментариях. Если вам это видео понравилось или было полезным, поставьте лайк и подпишитесь. А сейчас осталось только проверить его в бою.
Альфа! Быстрее! Ну-ка, ну-ка! Хорошего понемножку. Ну зачем было нас доставать? Есть что сказать напоследок? Обходи его, обходи! Драться расхотелось.
Это ты зря. Пес тебя ехал! Ой, мамочки, как же я люблю Пономарева. А это ты зря. Сейчас я тебя как ёбну. Ну давай. Вы не поверите, но в начале боя я заметил, что наношу вместо 5000 критом 3000 критом. И вот вся эта боевая ситуация, адреналин ударил в голову, тестирование нового билда, я совсем забыл, у меня просто вылетело из головы, что я наношу так мало урона, а оказывается, что я просто использовал не ту мутацию и вместо эйфории поставил мутацию на возврат дамага. Ужас какой-то. Вот, ну ладно, надеюсь, сейчас уже все будет нормально. Я просто форт уже вырезал, поэтому восстановить мы его не можем. Ребята, всем спасибо за просмотр. Лайки, подписоны, комментарии. Да, все отлично, всем спасибо. Увидимся в следующем видео. А на этом всем пока-пока.